Москва для меня... Москва – это очень большой объем, заполненный многочисленными слоями, культурными, общественными. Москва – это все от свободного времени до работы, день и ночь. Как любая столица, ее даже невозможно как-то в одну картину или в одни рамки поставить и описать одним предложением. Она как мир, она очень большая. Я в ней провела большую часть своей жизни, практически всю. Я просто в ней живу как в жизни. В Москву я переехал после окончания института. Просто здесь гораздо интереснее работать. Здесь больше возможностей. Но для архитектора, на самом деле, чем больше город, тем интереснее. Родители организовали школу архитектуры и дизайна, соответственно, я как бы другой деятельности и не знаю, что может по-другому жить. Для меня это просто самый естественный способ существования. Шухов, такой некий универсальный человек, был, мы знаем только про башню и про крыши, потом начинаешь копаться, оказывается, что это там и нефть, и мосты. При этом он любил город, он был фотографом, снимал в том числе и стройки, и свои, и другие здания, и старые, и новые. То есть он как-то хотел быть свидетелем того, что происходит. Ребята лично мне симпатичны тем, что они пытаются найти какую-то такую некую интересную им нишу, не решить некое свое эго там и заработать очень много денег, а им интересно понять, как мир устроен. Шухов для меня – это человек, который начал эпоху честного проектирования, я бы так бы это назвал. Существует определенная какая-то этика и эстетика, слитые вместе, где ты не можешь добавить никакой элемент просто так, потому что он ниоткуда не берется. Это каждый раз приходится создавать некую вселенную с какими-то новыми правилами, в которой у тебя каждый элемент как-то с друг другом взаимосвязан и по-другому быть не может. Шухов замечательный тем, что он как архитектор и как инженер соединил геометрию и эффективность работы конструкции. Один простой элемент может абсолютно не работать. Вот как, например, листок бумаги, который он изгибается, с ним он абсолютно не может работать как некая конструкция. Но при этом, если мы начинаем его сгибать и соединять с другими элементами, то он начинает работать вместе со всеми, образуя некое единое целое. При этом именно в геометрии, в том, как лист изгибается, появляется некая именно эффективность конструкции. То есть это одновременно и конструкция, и архитектура. Здесь каждый элемент, он просто разный. Но логика, которая заложена, она единая для каждого элемента. То есть каждый элемент, он является, это как бы такая популяция таких элементов, как животных. То есть каждый, вроде как каждая особь какая-то вроде немножко разная, но в принципе они являются неким единым целым. И в этом как раз заключается вот этот называемый параметрический принцип, когда у нас есть некий такой ген объекта. Не сам объект, а его некий ген. Появилось молодое поколение архитекторов, которые работают с этими инструментами. Это десятки людей, живущих здесь и сейчас, молодых архитекторов, которые пытаются освоить и новую эстетику, новых форм и полностью использовать новые возможности производства, расчета конструкций.
Точка тления – это проект, который был создан 3 года назад, как необходимость как-то в России начать собираться отдельным разным группам и людям, которые пытаются заниматься с какими-то новыми подходами в архитектуре. Одновременно и образовательный, и исследовательский проект. По отдельности каждый из нас пытался что-то сделать. Но точка ведения, собственно, создалась для того, чтобы как-то реально собираться и исследовать. Мы устраиваем, собственно, разного рода воркшопы, не знаю, какие-то мероприятия, выставки, что-то еще, лекции. Основной взгляд точки ведения – это параметрический подход в архитектуре. И Шухов как раз соединил, привнес в архитектуру структурность как таковую. И мы изучаем, на самом деле, сейчас, мы изучаем именно эти вопросы. Как структура может быть работать сама по себе, и при этом создавать новые типы пространств, новые некие смыслы, новые ощущения. Я познакомился с паралабовцами, когда появилась идея создания точки ветвления, и они создавали, собственно, семинары. То есть у них тоже примерно такая же идея возникла, и они пытались это же сделать. Они пытаются рассматривать структуру через процессы, проходящие в самом материале. Это, на самом деле, то, что отличает от нас, потому что мы пытаемся создавать, собственно, какую-то материальную структуру, мы используем материал, естественно, а паралабовцы, они пытаются в материале найти то, что создает некую форму. Мы 2 года назад собрались для подготовки образовательных семинаров. Мы попытались определить для себя, что же все-таки нас будет объединять в том, что, чем мы готовы поделиться со студентами, что мы готовы им рассказывать в этом плане. Для того, чтобы проще можно было про это сказать, для нас мыльные пленки явились именно очень простым и доступным примером, как сложность, как многокомпонентные задачи, пространственные, материальные, объемные, в природе решаются комплексно в качестве или в рамках, да, работы одной системы. То есть там, где мы не можем отделить форму от конструкции, от цели, от работы материала, от его логики. То есть когда все работает сообща, это очень простой пример, который в режиме реального времени, еще изменяясь у тебя на глазах, доказывает то, что все компоненты одной системы работают сообща, они неразрывны друг с другом. Это было что-то вроде какой-то заинтересованности в определенной теме. В данном случае это были мыльные пузыри, мыльные пленки, их самоорганизация. И еще одним таким аттрактором нашего внимания стали математические модели, им соответствующие. По сути дела, это очень такая комплексная вещь. То есть она состоит как из такой умозрительной истории, когда мы работаем с какими-то математическими закономерностями и проверяем их в уже материале, так и совершенно такой телесный. Сам элемент достаточно простой, но схема распространения этих элементов в пространстве, она сложная. Мне кажется, что это в общем смысле это эксперимент. И, возможно, ну, я надеюсь, по крайней мере, что он ценен и для архитектуры, и для современного искусства.
Вопрос, наверное, вот чем мы вдохновляемся у Шухова? И вдохновляться можно разными вещами. Личностью, его постройками, объектами. И для нас самым вдохновляющим оказался именно подход. Каким образом человек находил такие решения задач, которые одним движением в комплексе удовлетворяли множество параметров. Ощущение такое, что гений, который явно в нем присутствовал, он действительно имел отношение скорее к чему-то универсальному, больше, чем конструкция. То есть чувство такое, что он мог бы реализоваться так же успешно в любой другой области. Мы просто можем его понять или считать достаточно быстро, потому что мы в смежной области работаем. Мы видим, ну или мы привыкли работать с формой конструкции. А сейчас мы можем про огромное количество построек сказать. Это наш инженер столетней давности, это Шухов, и это Шухов, и это Шухов. Даже не с чем сравнить, то есть это не то, что была плеяда, которая работала, да, были люди различные, которые это делали, но его гениальность в том, что он гораздо опережал свое время. В Москве, наверное, нет ни одного пассажа или крупного перекрытого все годы. Пространство сделано не Шуховым, а каким-то другим инженером. Это знаменовало собой именно эпоху новых конструкций, которые стали красивы сами по себе и стали рассматривать как что-то ценное, как некую эстетическую категорию, а не только такое чисто техническое достижение. Самым важным событием стал 1896 год, когда Владимир Шухов представил на Нижегородской выставке свою башню, построенную из гиперболоида вращения. До этого момента это была чисто математическая абстракция. Она, наконец, воплотилась в некую конструкцию, и это была самостоятельная конструкция, самостоятельная архитектурная форма. Архитектура очень долгое время существовала как некая конструкция, которая спрятана была от глаз зрителя, потому что в ней не видели какого-то потаенного смысла. От потаенного смысла пытались добить сверху чем-то, какими-то дополнительными украшениями и так далее. А Шухов сказал, да, давайте, собственно, конструкцию будем рассматривать как нечто единое, что-то абсолютно новое и целостное. Неотделимое. Геометрия является смыслом. Шухов, он один из первых показал, что конструкция сама по себе может быть красивой. Мне как раз нравится то, что он делал, ну, скажем так, достаточно честную архитектуру. Шухов начал делать вещи, ну, в том числе оболочки, которые помимо просто инженерной какой-то красоты, да, они еще и несли эстетическую составляющую. И вот в этом он, конечно, обогнал свое время, наверное. Разница между тем, что я делаю, да, или то, что мне интересно, и вот паралабовцами, то, что они испытывают это на реальных материалах. Я, скорее, пример делаю примерно то же самое, да, ну, экспериментирую с теми же минимальными поверхностями, но в виде симуляции на компьютере. Ты начинаешь думать над проектом, возникают какие-то идеи, ты рисуешь или моделируешь там, ну, разные способы, да, или ищешь там в каких-то экспериментах образ. Но иногда бывает, что он приходит сам собой. То есть обычно ты
проект улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь до тех пор, пока он не начинает тебе нравиться. А иногда бывает, что ты сразу пропускаешь много стадий как-то вот этого улучшения, и сразу получается какая-то очень классная вещь, которая тебе нравится. Мне так было 2 раза в жизни всего. У тебя есть определенная методика, как придумывать что-то. А есть неосознанно, когда ты просто вот вроде думаешь, 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 непонятно о чем, а потом в какой-то момент понимаешь, что ты... Вот она, какая-то идея, концепция. Ты понимаешь, что ты, скорее всего, думал в этот момент, когда ты просто не понимал, что ты неосознанно какие-то вещи выдумывал. А творческие люди, они думают руками. Вот. Я написал, не могу так. Я не думаю через руки. То есть я все концепции придумаю через некое принцип мышления. Как Шухов думал, не знаю. Это классно было спросить у него. В этой работе мы совместными усилиями искали какое-то взаимодействие структуры архитектора Шухова с современностью и с какой-то интерактивностью, то, как эта структура может существовать сегодня. То есть обычно это чисто визуальная какая-то картинка. И для меня интерес представлял, как бы, то есть интересно было поработать с таким живым пространством. Шухов – это архитектор, который работал со структурами, и он работал с ними так, как это было возможно там, в его время. И мы как бы его идеи просто применяем к тем возможностям, которые мы сейчас имеем, и как бы
пытаемся как-то с этим экспериментировать и найти что-то. Процесс, когда из каких-то геометрических примитивов, в данном случае линий точек, выстраивается какая-то более сложная, комплексная структура. Все это взаимосвязано с собой, ну, между собой. Все это завязано и на аудиочасти, и все существует вместе, как единое целое. Во всю эту сложную систему мы еще и добавили живого человека, девушку, которая танцует, и тем самым девушка становится тоже неотъемлемой частью всей этой комплексной структуры. Она также взаимодействует, получает какую-то отдачу. И вот интересно было как-то смешать какую-то традиционную аудиовизуальную историю именно с таким перформансом. Доволен ли я результатами работы? Скорее да, чем нет. Так как я придумал саму концепцию, как это должно быть, естественно, я вижу много всяких огрех, это все нормально, ну, как, это естественно, абсолютно. Так или иначе, те перформансы, которые создаются очень быстро. Вот, естественно, без этого от этого не уйти. Но так или иначе, это довольно-таки получилось очень интересно. Есть какие-то нюансы, но в целом я считаю, что все получилось довольно-таки неплохо, и мне понравилось, это был ценный опыт. Выше всего на самом деле. Там 250 метров.